Добрый день. Идем в магазин «Доброцен». Находится в городе Пушкино. Полный адрес оставлю под видео. Всем желаю приятного просмотра. Ковры 1,20 м на 80 см, 314,80. Подложка просто войлочная. Красивые. Есть коричневые. Стулья кухонный «Стронг» по 780 рублей. Сидушка бежевого цвета. Большой выбор гладильных досок. Волжаночка 619 рублей. Размер 1 м на 300 мм. Угу. Тачки садовые еще есть в продаже. Вот на 90 килограмм, объем 65 литров, 1680. Это вот корыца от него, где-то ручки и колеса. Перекись водорода, 6 пузыречков по 100 миллилитров, 64 рубля, 3%. Наборы контейнеров «Фокус», здесь 20 штук, по 312 рублей. Сапоги большие. Это называется саба женская по 310 рублей. Так. Комплект ковриков. Идет для ванной комнаты, наверное. На камушки тут есть. Разные звезды. Комплект ковриков микрополиэстер 255 рублей. Размер 70 на 50. И второй коврик 50 на 50. Двойные. Маечки интересные появились. Топ женский. Скатерть виниловая, колорит. Без обработки. Шапки. Сейчас посмотрим в отделе посуды, что новенького. Кастрюльки, пароварки. Подходит для всех видов плит. Вот так она выглядит. Из нержавейки. 783 рубля цена. Еще новиночка. Набор столовых приборов. 24 предмета здесь. И ложки, и вилки, и чайные ложечки, ножи. Цена 585 рублей. Нижегородская область, производитель. Вот они. Есть соковарки Демидовского завода. 6 литров, 1256. Сковородочки. Это сковы преимущественно на поверхности. 26 диаметр. 399 рублей цена. Литая сковорода с антипригарным покрытием. Орбита. Город Москва. На орбиту нет цены. А, смотрите, есть казаны. Хит продаж. На 4 литра, диаметр 28 сантиметров, стеклянная крышка с двумя съемными ручками идет. Цена 560 рублей. Хороший казанчик. А есть целый набор. Набор посуды с антипригарным мраморным покрытием. Вот, здесь и кастрюлька, и сковорода, и ковш, и чаша. Galaxy. Цена 1980. Это, смотрите, какие чашечки открыла. Набор из 12 предметов. Сюда входят вот такие чашки и блюдечки.
Цена 549 рублей. 12 предметов в подарочной упаковочке. О. Не так все хрупко, что может все упасть и развалиться. Смотрите, что нашла. Салатники. 15 сантиметров. Цветы. У них донышко подкрашено оранжевым. Донышко цветное оранжевое. И край этого салатника тоже отсвечивает оранжевым. Они есть еще и зеленые. И в синем цвете. Такие салатники. Называется салатник с декором. 800 миллилитров туда умещается. А цена? Вот какая-то из них. Наверное, вот это. А может быть, вот это. Вот какая-то из них цена. Какие хорошие мисочки, тарелочки. Весна называется. Яркая, легкая. 23 сантиметра диаметр. Ажурный край. По 67 рублей. Все так. А вот есть набор стаканов. Сделано в России. Тоже дно подкрашено. Из высококачественного стекла, подходящих для любых напитков. Производитель Гусь Хрустальный. Цена стакана 16,90 на 250 миллилитров. Креманочки. Интересное стекло. 310 миллилитров по 45 рублей. Столовый сервиз 19 предметов. Фарфор. 1100. Здесь посмотрим детские товары. Вот набор для песочницы, ведерко, формочки, грабельки, совочек, машины большие такие. Это интересно, какой-то радужный кит, акула. Ничего не видно, цены не поймешь. Что сколько стоит, не видно. А, вот, смотрите, здесь есть тоже самокаты трехколесные по 533 рубля. Канцелярия, краски акварельные, гуашь по 58,90. По 78 рублей шоколад с малиной есть. Такой манго начинка. Есть клубничка. Три штуки, три плиточки здесь в наборе. 78 рублей. А есть еще вот инжир, смотрите, какой красивый. Возьму, попробую с малинкой. Или с манго взять. Кисленький надо взять. Надо взять кисленький. А кисленький у нас вот этот вот. Апельсинка. Этого возьму. Нет, возьму манго. Заковырялась. Холодильники забиты битком. Тут и ножки индейки. И пельмени опять жареные. Фарш. Вижу. Полуфабрикаты какие-то натуральные. Ценников много. Вот все ценнички здесь. Фарш индюшки 98 рублей за килограмм. Язык говяжий есть. Печень говяжья. Ценников много. Вот смесь овощная. Замороженная. Какие-то колбаски. Тефтели по-гречески. Что это такое? Беляши по-домашнему. Только разогреть. Надо посмотреть поближе. На эту продукцию посмотрим поближе. Тефтели по-гречески. Так. Состав. Мясо птицы механической обработки. Ну, понятно. Куриное мясо.
Так, вода питьевая, лук репчатый, крупа рисовая сюда добавлена. Капуста белокочанная, мука, народные тефтели по-гречески, 980 грамм. И посмотрим тоже вот народные продукты, беляши по-домашнему, только разогреть. Здесь чуть покрупнее написано. Из мяса птицы рубленной, тестовой оболочки замороженной. Мука пшеничная, вода, мясо птицы. Ну, все то же самое. Жир говяжий, говядина, соль поваренная. А есть еще вот морковные котлеты этой же фирмы. Вот они лежат. Котлеты морковные. 86,90 цена. Вот такие котлетки. Вот. Да. Постный продукт. 86,90 цена за 840 грамм. Наггетсы любительские, полуфабрикаты из мяса птицы замороженные. Выглядят прилично так. Поселок Ковалев, Ленинградская область. Морозко готовит. Из пиццы ассорти с томатным и сырным соусом. Прима, 250 грамм в ней. Сейчас найдем цену. Пицца Прима стоит 40 рублей. Такая маленькая. Вот так, с колбаской. С грибами. По 40 рублей. Интересно, штрудель для выпекания, морозка с яблоком и изюмом. 500 грамм. Морозка. Разморозить и в духовку. Штрудель стоит 97 рублей. И макарончики Галина Бланка. Пасты итальянские. И есть еще пастерони итальянские. Тортильоне 400 грамм, 50 рублей. Есть пастерони большие, 900 грамм, 77 рублей. И пастерони спагетти есть. Где цена? Не знаю. А вот пастерони группа А, 53 рубля. Заходим в холодильник. Большой выбор. Рыбкой пахнет, да? Копченой. Так, ну точно заметили. Есть продажа шницель куриный. 76 рублей 300 грамм. Неплохой, кстати. Котлеты деревенские. 83,90. Куриное царство. Вот от Петелинки есть котлеты сливочные. 120 рублей. Черкизовские колбаски для жарки рубленые. Печень. Фарш деревенский по 103 рубля, 400 грамм черкизово. Масло крестьянское. Благодарушка. По 87 рублей. Масло такое еще. Сладко-сливочное, традиционное. Правильный выбор, сливочный вкус.